Тут до хрена, я смотрю. Уроды всякие. Ловушка прямо впереди. Давайте-ка мы сделаем вот так сейчас. Значит, вы стоите все тут. Сюда идем. Как пожелаешь. Так, вот что-то. Ты и так легко от меня не отделай. Алистер, ты, может, немножко побьешь, нет? Не, ну нормально, в принципе. Так. Так. Пьем. Да. Мы тоже будем. Давай его месить. Я не знаю, чем это тут. Да чего же я этого не люблю? Ах, да чего же ты смешной? На прорыв. Разозли и поплатишься. Так, идем сюда. Лилиана, давай-ка сюда иди и мочи их. Как пожелаешь. Так, а Морриган? Всего один на миг. Постарайся. Жесть какая. Быть милосердной. Нет, ты стреляй сюда. Сейчас Морриган у меня сделает то, что нужно. Вот с этим холопом. Его надо парализовать быстро. Кто-нибудь, умоляю! Лилиана, все хорошо. Остановите кровь! Похоже, еще. Козёл. Защищайся! Да, конечно. Так, ребятки, давайте все сюда. Ко мне идите. Теперь стоим. Так, маг крови, наемник, лучник. Так. Фух. Ой, их тут много. Давай, Морриган, ты нужна мне со своей вот этой штукой. Блин, суки! Готова. Не успела. Живо. Давай, Свет. Там сейчас Алистер кокнет, да? Охренеть, только успеваешь. Здесь. Аптечки жрать. Как пожелаешь. Вот. А, нет.
Да как, блин? Готово. Короче, Морриган сейчас все решит. Иди нахер. Так, этого надо. Сука. Ну, все, опять ГГ. Ну ладно, тогда к бою. Да нет, это уже бесполезно. Я не знаю, их как-то надо выманивать, что ли, оттуда. Ё-моё, тут всякой хрени понамешали. Их надо оттуда выманивать, все правильно. Вот так. Вот сами они оттуда не хотят идти. Падла. Надо покончить с этим. Давай попробуй ты, что ли, с этим покончить. Иди-ка сюда. Я готова. Твою мать. Морриган. Так, текаем отсюда. Так, его давай вот этой штукой. Морриган. Мага крови. Готово. Ну ты чего, не можешь его захерачить, что ли? Я не пойму. Так я и знала. Дыхание создателя. Нахер, сейчас я тебя замочу. Что на, блин, тварь. Верно. Вообще хамели, блин. Козлы вонючие. Морриган, ты такая Морриган? Я в шоке. Неужели ты не могла по щам надавать каким-то козлам, блин? О, господи. Так, ну, Алистер-то все правильно. Лилиана. Хронтец. Так, идите-ка сюда. Только укажи мне направление. Сюда иди. Так, нет. Мабарик будет сейчас что вот здесь стоять. Мне нужно чего? У тебя есть задание? Ну, сюда вот встань. Стоит идти потише. Так, давай сразу будем.
Он, короче, что-то со мной сделал, я не могу ничего это. Ладно. Господи. Подняли на ноги храмовника. Надо мага крови замочить вот этого. Это самое важное, что надо сделать. Да. Да он не успеет ничего сделать, выпить. Мак крови, мочи его. Уроды, блин. Мы победили? Ты смотри, опасные они, кстати. Офигеть. Офигеть, вроде такая броня нормальная, да, стоит, и все такое, блин, а они... Короче, печально все довольно-таки. Все довольно печально. Ты покушал, мабарик мой? Как пожелаешь. Так, меч. Там еще уродов прилично так затворен дверью. Я, если честно, даже не знаю, что я делать. Я тебе нужна? Конечно. Козел. Закончим это поскорее. Гони их. Думаю, мы неплохо сработаемся. Так, тихо. Уже иду. На месте стой. У нас там есть массовый паралич. Ману мне достаточно. Постараюсь быть милосердным. Да. Отлично. Ну тут вроде больше такого никого нету, кто бы мог мне навтыкать. Только маги вот эти. Капец, блин, что я расслабилась. Что это сейчас было? Морриган упал? А я-то что упала?
Лол. Конечно. Я не поняла, чем мы падаем. А, на нас что-то наложили, какую-то хрень, короче, походу. Дай я попробую. Это по моей части. Так, сундук. Господи, опять всякая дрянь у меня здесь валяется. Да, конечно. Так, приходится из-за лагов и копий загружать, постоянно добавляются мне эти предметы мои. Так, сохраняемся на всякий пожарный. Ну, даже сохранение игры сделали. Ёперный театр. Не знаю, как ты выжил до сих пор. Удача это или судьба? Неважно, этого ты не переживешь. Капитан наемников. Маги крови, блин. Так, производитель магов крови, ё-моё. Пока у него паралич, его надо охреначить. Так, по маленькой аптечке надо выпить всем, я чувствую. Для Лиани даже надо вот эту аптечку пить. А вот еще. Хух, отделались как бы большим испугом. Взяли мы у него все. Капитан наемников. Мне какую-то херню сделали, я медленно бегаю. Какой-то культ у них тут. Фу, какая гадость. Это ваш культ. Так, давай посмотрим. А, тут карта уже городов. Подожди, а ключ? От каких комнат ключ? Тут что-то было, что заперто? Сейчас не помню. Мы же вроде как все открыли, нет? Вот эта херня стоит кого-то живая. А, здесь эта штука разлита, и по ней, короче, еле передвигаешься. Понятно. Твою мать. Да не, вроде тут же все открыто. Далеская батарея. Плюс здесь корона от электричества. Но это Морриган только если. А у нее там и так, по-моему, нормально. От электричества. Да не, от холода нормально и пока что. И, конечно, плюс 5 от холода вообще не сравнится это ничего. Каких
комнат ключ, что не совсем понял. Так. Ага, читаться найти. А, сообщество магов. Извещение найдите, активируйте кровь. Так, вы помните все эти... Вернитесь к сообществу, найдите Эрин. А, все, наверное. По крайней мере, здесь. А больше нам ничего не открыто, поэтому нам только в такой квартал остается. Вернуться и... Посмотреть, что у нас... А-а-а. Драка у нас. Ну чё надо-то, блин? Чё надо, вот я не понимаю. Огребли, блин. А, прикиньте, меня от них закрыли. Блин, тут какая-то эта хрень. Прелестно. Конечно. Получите. Как рот. Тут маленький уродцы, а. Я здесь. Хотели меня покромсать, вы прикиньте, да? Ай, лохи. У меня столько припарок, что вы замучаетесь в меня стрелять. Так, погнали дальше. Чё, в обход? Я думала, сейчас вот сюда, хоба, и все. А там хренушки. Равно как один мир. Одна жизнь, одна смерть. Так, давай здесь. Благословенны хранители мира, защитники справедливости. Грешны те, кто дарует любовь свою ложным богам. Я постараюсь. Так, брось сумку. Равно как один мир. Так, теперь надо магам сказать, что мы там сделали задание, сдать. Сообщество магов благодарит тебя. Да улыбнется тебе Создатель. Угу. Так, еще мне надо с кем-то вот тут поговорить, вот с этим чуваком. Так. Рад снова видеть тебя. Тебе нужна еще помощь? Из таверны покусанный дворянин. Мне пожаловались на наемников. Так. Никакого насилия там не случилось. Должно быть, наемники мешают благородным господам вести утонченные беседы. Просто вышвырни оттуда этих ублюдков. Хозяйка таверны не против небольшого кровопролития, потасовки, как она выражается. Капитан сказал, Денерим не заметит потери пары наемников. Поэтому поступай, как знаешь, и удачи тебе. А, ну понятно, я сейчас разберусь. Мне, по-моему, кстати, туда надо. Что я могу предложить тебе, незнакомка? А, я закончила с услугой для одного из заинтересованных сторон. Он быстро кивает и делает отметку о заслуженном тобой признании. Кинуть уйти. Друг бандитов? Что я могу предложить тебе, незнакомка? А, так, кто-нибудь... кому-нибудь помочь?
Ну, здесь еще что-то, никаких поблажек. Короче, что-то там еще надо сделать. Пока не важно. Ты чего глазеешь? Мы кровавые весла. Кровавые весла? Ты что, про нас не слыхал? Вообще нет. Наемники мы. Собрались со всего света. Мы выиграли много битв. А нынче пьем перед новым боем. Что же вы здесь пьете? В порту таверны куда лучше. А нам, знаешь ли, здешний эль больше нравится. И вино тоже. Не так тянет с него блевать на пол. Покуда мы платим, нам подают пойло. Это таверна для благородных, а они могут подпортить вам жизнь. Для благородных? Может, ты и прав. Тогда мы пойдем отсюда. Не хватало нам еще проблем с благородными. Вот-вот, топайте. Топайте, топайте. Волонтеры благодарят тебя. Наемник. Достижение разблокировано. Прикиньте, я наемник и друг разбойников. Замечательно вообще. Мне что, сюда надо? Видимо, да. А что, все сделано? Птичка начирикала мне, что с одним из друзей Лагейна произошел несчастный случай. Ну, очень несчастный. Загляни в сундук, который стоит у меня за спиной. Может, там найдется что-то интересное? А, мы уже сделали. Отлично. Контракт на наемников. Кадан Фе. Контракт. А, на посла Гейнлин. Контракты, прикиньте. Ты нашла все, что нужно? Такая же сделка с другими свитками. Сделка? Не понимаю, о чем ты говоришь. Но если случится что-то интересное, возвращайся, когда захочешь. И помни, что этот сундук твой. Значит, если я их убью, плата будет в этом сундуке? Я этого не говорил. Мне просто любопытно узнавать новости о различных жителях этого королевства. И порой я оставляю кошельки с деньгами где ни попадя. Я такой беспечный. Угу. Ты имеешь в виду то, что я думаю? Ну хорошо, да. Когда их убьешь, загляни в этот треклятый сундук. Довольно? Все прояснилось. А теперь, если не возражаешь. Да. Я его раскусила. Так, там делать нам нечего, да? Потому что там нечего делать. Это что? Такой квартал. А, прям вот здесь вот, сержант. Весла. А, вон он. А, задание сдать, точно. Идвина шлет тебе свою благодарность за то, что ты избавил ее от кровавых весел. Заметь, она разочарована, что обошлось без драки. Вот тебе страшного. Плата. Ты нам очень помог. Угу, благодарю. Господи, тут так много заданий различных. Просто кошмар какой-то. Так, Денерим, испытание ворон, охота на наемников. Один из свитков сообщает, что тебе надо отправиться в лес к югу от Денерима и разыскать отряд наемников Кунари, который называется слово Каданфе. Аудиенция у посла. А у вас есть контракт на убийство посла Кейнли, который живет в королевском дворце в Розамаре. Когда вы его прикончите, слуга, подкупленный воронами, избавиться от трупа и изобразить все так, будто Генли покинул Арзамар. Ёлки-палки, мне еще прикиньте, возвращаться, я в шоке. Так. А на доске висит объявление. Тра-та-та, пресс-тагария.
значит, пропавшего надо найти ветерана битвы при Астагар, человека по имени Риексел. Подробности его исчезновения слишком расплывчивы, чтобы навести на след. Но вы будете высматривать его, пройдя по городу. Он замечательный. Так, еще здесь. Потом волонтеры. Передайте благодарные письма пятерым посыльным Купешона в Денерим. Вернитесь к эстонским волонтерам за наградой. Так, доставьте 4 письма с соболезнованием недавно овдовевшим женщинам. Ирине в Рэдклиффе. А, еще в Рэдклифф надо. В Денериме. Близ озера Калинхат. Короче, тут много еще чего. Блин, ну нам, короче, надо отсюда теперь ходить и в этот. Ага. В другое место. Переходить в Эрзамар, в Рэдклифф нам надо. Новый эрл Денерима приказал никого в Эльфинаш не пускать. Значит, ты просто запер тамошних жителей? Ради создателя, не надо так трагично. Это всего лишь временно закрытые ворота, а не представление Дейна и Вервольфа. Эрл приказал не открывать ворота, пока не наведут порядок. Бьюсь об заклад, на это уйдет день-другой, не больше. Они взбунтовались, убили сына Эрла. Поскольку все Уриены вымерли, там... Да, иди своей дорогой. Эльфинаж закрыт, иди своей дорогой. Как же ты меня бесишь. Гномьи изделия, превосходные гномьи изделия. Иди лесом. Короче, нам... Придется вернуться, наверное. А, сейчас махнуть в Рэдклифф, в Эрзамар, сделать там дела. Посмотреть еще, что там у нас есть на карте.